Работа над ошибками. Дорожно-строительный сезон подошел к концу, но пока ни один из 28 объектов, которые в этом году ремонтировали по программе «Безопасные и качественные автомобильные дороги», так и не прошел приемку. Замечаний много. Есть претензии к высоте бордюрного камня на пешеходных переходах и качеству укладки асфальтобетонного покрытия. Список замечаний, которые нам дал заказчик, мы отрабатываем по полной программе. Частично вот на данной улице с 5 пешеходных переходов мы воду увели, где люди были очень недовольны. Занимаемся. Много в этом году замечаний по тактильной плитке. Связано это с тем, что подрядчики впервые столкнулись с подобным видом работ и не везде плитку с первого раза уложили правильно. Местами было замечание там по высоте укладки, там, значит, выступала она над проезжей, над тротуаром, значит, и по направлению полосок. Основные работы, которые касаются асфальтирования, завершены. Остаются те виды, которые можно делать вне зависимости от температурного режима. Национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» у нас в нашем регионе первый год. Есть определенные моменты, связанные с тем, что подрядная организация столкнулась с данными требованиями по проекту. Поэтому сейчас мы понимаем, что те замечания, которые есть, они уже исправляются, и мы надеемся, что в следующем году их количество будет меньше, и работу над ошибками подрядные организации проведут. После зимы к этим объектам еще вернутся. Гарантийный срок на дорожные работы составляет 4 года, и подрядчики будут обязаны устранить все замечания. Любовь Подчерникова, Антон Осипов, РТВ Иваново.